Очень сухая пыльная трасса. Дорога устлана разным гравием. Поэтому гонщикам надо все время приспосабливаться. Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Колин Макрей Ралли 2.0. В прошлой серии мы с вами выиграли ралли в Финляндии благополучно, ну и в этой серии нам предстоит Греция. Пыльная, жаркая, извилистая и совсем не скоростная. Ну, естественно, под это дело давайте сразу нашу импресску настроим. Естественно, коробку покороче. Приподнимаем ее, потому что, насколько я помню, она извилистая, очень качковатая. Тоже. Чуть-чуть тормоза вперед, силу маленько увеличим. Ну и чувствительность управления. Ну вот, как-то так. Ну что же, в бой. Я как раз пару дней назад Грецию катал в Dirt Rally, ну в новой, и расколошматил там машину просто в хлам. Так, у нас тут вид с прошлого раза с капота был. Ну что же. И, кстати, она похожа там, вот эти вот отвалы какие-то по бокам трассы. Такое впечатление, что грейдером тут проходили. Ну, тут они, конечно, не такие страшные, но в Дирте это кошмар. Вообще, эта трасса полная противоположность тому, что была Финляндия. Она очень извилистая, ну, как вы уже видите, вот по первым этим допам. Просто буквально здесь самые, наверное, скоростные повороты, это четверочки у нас будут. И прямых участков нету вообще, то есть такой сплошной поворот, можно сказать, сплошная змейка вообще. Не знаю. Вот здесь, если честно, вот сейчас мы с вами едем по этой трассе, и я даже... Не было у меня даже тестов на этой трассе. Решил... Ой-ой-ой-ой-ой, ну вот опять развилка, и прослушал я штурмана. В общем, без подготовки еду абсолютно. Опоздал я, в общем, на тесты на этой трассе. И приходится вот ехать сразу с корабля на бал, что называется. Вот. Посмотрим, чем это выльется для нас. Ну, пока, как вы видите, не лидируем. Кстати, буквально перед записью серии посмотрел на свою полку с дисками. Я туда давным-давно не заглядывал. И знаете, что я там обнаружил? Я абсолютно про это забыл. У меня, оказывается, есть Колин Макрей Ралли. Вот эта вот вторая часть, только на комп. По-моему, она даже лицензионная. Если честно, я даже не помню, откуда у меня этот диск. По-моему, я его не покупал. То есть, либо это мне кто-то когда-то его дал, и так он у меня и остался, то ли, не знаю, ну откуда еще он мог появиться, неизвестно. Скорее всего, так и есть. Вот. Или дал, или отдал, может, кто-то. И я даже не знаю, пойдет ли он сейчас на современный комп. Ой, сейчас в угол экрана глянул на скорость и заметил, что я не переключил на километров в час. Ну ладно, ничего страшного. Вдруг в Греции мили. Хотя нет, в Греции, конечно, не мили. Тем временем первый спецучасток у нас закончен. И какой я там? А, второй. Ух ты, Королла, первая, Бака. А Макрей лишь пятый.
Ой, вообще четко. Ну, хоть мы и не лидируем, видите, но и... Фамилии такие интересные. Ну и Макрей еще ниже. Это хорошо. Лидирует вообще какой-то бака на королке. Интересно, чьим прообразом он является, этот самый бака? Кто на короле ездил в том сезоне? Не знаю, вот даже, наверное, попробую на днях поставить все-таки эту игру. Макрей 2 на комп. Посмотреть на десятки вообще, как оно запустится или нет. Если запустится, то ну, хоть сравнить графику и чем вообще отличается. Но я в прошлой серии вам уже говорил, что мне на компе, я помню, что Макрей 2 не понравился. Вот можно будет сравнить впечатления 15-16-летней давности. Да чтоб тебя, а. И главное, вы видели там холмик и эта табличка, и вот между ними прямо вошел. Вот, прям миллиметровщик, елки-палки. Только не там, где надо. Вот, так что, если я ее благополучно поставлю, установлю, эту версию для компа, то, ну, расскажу вам в следующей серии или там, через серию. В общем, где-нибудь обязательно расскажу, чем это все закончилось. Вот. И впечатления свои, естественно, от всего произошедшего. Хотя, мне кажется, она на десятки не пойдет. Слишком уже системы разные. Это вот еще один плюсик в огород наших с вами любимых приставок, что там с годами игры не перестают запускаться, если приставка в хорошем состоянии, конечно. Rocks Inside. Мне почему-то, когда я был маленький, всегда казалось, что он говорит Rocks in Time. Ну, типа, временные какие-то скалы или что-то типа того. Не понимал, почему он так говорит. Почему они временные. Может, кто-то их сюда положил специально, чтобы нам сложнее усложнить жизнь. Вот. Ну, сейчас. Спустя столько лет я расслышал наконец-таки, что он говорит. Кстати, тоже вот, когда в детстве еще играли в Колина Макрея. Так, ну-ка. Ах ты, блин. Смотрите, бака опять первый. И пыль, пыль, гляньте на пыль. Вот пыль мне здесь уже доставляла. Здесь она лучше сделана, на мой взгляд, чем в первой части. И мне почему-то вот я всегда на пыль обращал внимание. Прям мне хотелось... Я ждал тех времен, когда же будет прям пыль настоящая. И вот во второй части она чуть более реалистичной, прикольной стала. Так, давайте посмотрим, чему... Ух ты! А машина-то, гляньте, почти не разбита. Ну чё, моём? Моём! Прикольно сделали тоже, что вот здесь эта 3D-моделька в меню. Вообще, меню мне очень нравится во второй части. Минималистичное, с одной стороны, очень. А с другой, предельно информативное. И вот еще эта машина в 3D. Прям видишь, да, как на ней что-то мнется, улучшается или, наоборот, коцается. Так, я вот заметил там в одном из моментов, что у нас коробка передач, кстати, утыкалась в ограничение, так что вот поменял ее немножко, удлинив все-таки. Вот. 3, 2, 1, go. Ну да, трасса медленная, такая извилистая, поэтому бить машину здесь практически негде. Так, ну что, надо браться за ум. Мы, в принципе, оба первых спецучастка проиграли, но
в итоге проигрываем даже чуть меньше секунды, поэтому все у нас, как обычно, на волоске, все вот практически формульные отрывы. Но это, наверное, потому что я люблю Формулу-1 и подсознательно вот стараюсь как-то даже в раллийных гонках, чтобы все походило на ту самую Формулу-1. Шучу, конечно. Ничего я тут специально не вычисляю. Вы гляньте, какие короткие допы здесь. И здесь вот вроде бы пока лидируем. Даже наращиваем преимущество. Это хорошо. Это просто замечательно. Так, финиш, почти финиш. Окей. Чуть-чуть сдали. Ну, смотрите, сразу за коротенький такой спецучасток мы сразу все отыграли. Все, что было проиграно, еще даже вперед. Так, Бака у нас дан на втором месте. Макрей, в общем, зачете на третье переместился. Блин. Но зато он 13 целых секунд уже нам уступает. Отлично, отлично. Ну, в итоге, конечно, важны очки. Если он выберется на второе место, будет печально. Потому что, естественно, у нас тут все равно главный соперник в долгой игре в чемпионат. Так вот, я там начал говорить, что в детстве, когда мы играли в Колина Макрея, я, кстати говоря, больше-то всего любил Лансер Evolution 6 здесь представлен у нас. И в основном я играл на Лансере. Вот. А Леха проходил на Пежохе. Здесь 206-я, по-моему, Пежоха. Вот. И... Ну, как он на 206-й? Мы, в принципе, на Лансере я прошел игру, чемпионский титул мы с ним выиграли. В принципе, проходили по очереди. У нас не было такого, что он там играл параллельно со мной. Нет. Потом просто мы еще раз как бы начали и взяли уже Пежоху. Ну, просто что это его желание было. Вот. И мы на Пежохе стали перепроходить. Помню, что... Хотя не знаю, насколько это верное впечатление. Если честно, уже смутно помню. Ой, какой шпилька. Что у Пежохи достаточно выраженная недостаточная поворачиваемость. И на ней было достаточно сложно ехать. Вот. А Лансер, я помню, мучили мы очень сильно. Лансер страдал у нас просто по жесткому, потому что ему досталась честь первого нашего прохождения, и мы пытались получить... Ё-моё! Так все хорошо шло. Ладно. Мы хотели, в общем, получить все эмоции от этой игры, и, в общем, он страдал по черному. Модель повреждений он на себе прочувствовал полностью просто. Мы его разбивали в такую кашу, специально просто разгонялись, брали, допустим, первую Финляндию, и она скоростная, и там как раз вот на этих скоростных участках влетали в деревья, куда-то в камни, с обрывов его сталкивали. В общем, бедный Лансер. Страдал он очень сильно, то есть здесь машины бьются до такого состояния, что от них отлетают запчасти, то есть отлетают спойлера, бамперы. В первой части, по-моему, до такого состояния их нельзя было машины разбить. Так, сейчас немножко в игру вернемся. Так, снова четвертый спецучасток мы закончили. С лучшим временем. Опять, смотрите, Бака. Королла, видимо, как хорошо приспособлена к Греции. И уже 5 секунд проигрывает, а Макрей упал на 4 место. Хорошо. И, кстати, никто иной, как наш напарник его скинул, Эриксон. Так, ну, наверное, побольше разбили мы на этих двух спецучастках машину. Сейчас посмотрим. Ну, да. И они такие же извилистые будут. Я просто смотрю, что
перенастраивать машину, в принципе, не стоит. Да, по-моему, так же разбито. Не больше. По крайней мере, по деталям. Может, каждой конкретной детали побольше пострадало, но... В принципе, неплохо. Так вот, вернусь. Значит, Lancer у нас... мы отрывали от него все, что только можно, да и все, что только нельзя. Я помню, здесь прикольная фишка, что когда двигатель сильно коцаешь, то выхлоп становится черным. То есть, когда вот, ну, стартуешь, прям черный клуб такой дыма из глушителя вырывается. Это тоже веселило, мелочь, а, как говорится, приятно. Вот. И помню еще такую фишку, что пытались мы 100% вот убить, ну как вот там, бади, да, называется, в режиме починки. Так вот мы, это самое бади, ну, корпус, то бишь, пытались разбить на полную, какой здесь обрывчик, он еще так сказал, Донкан. Не соврал. Молодец. И, в общем... Не получалось у нас на 100% расколошматить корпус, потому что, как ни странно, вот пока разбиваешь его до того состояния, что болтаются на нем запчасти, ой, как тут, извините, и вот, значит, когда болтаются запчасти, то показывает одно повреждение, а когда они отрываются, то повреждения как бы уменьшаются. То есть, и поэтому как-то вот тут интересно так сделано. Опять же, если я ничего не путаю, могу, конечно, наврать, но, по-моему, было так. То есть, если болтающиеся запчасти у тебя оторвались все-таки от корпуса, то число повреждений немножко уменьшалось. Ну, типа так и надо. Не болтаются, не мешают, да и ладно. Ух ты, смотрите-ка. Кстати, вот коробку передач я немножко усреднил, так скажем, увеличил передачное число. И, кстати, сразу победы пошли у нас. Может, из-за этого, может, чуть-чуть приноровился еще греться. И, как я уже сказал, я здесь не тестировался, поэтому поначалу к этим вот... медленным совсем поворотом. Ну, то есть все равно надо немножечко ключик подобрать. На какой угол машину заносить, там, в какой точке тормозить, как-то так. Ух ты, отлично, 10 секунд еще, смотрите. И бак так и идет вторым. Это прям, это хорошо, это очень хорошо. Я думаю, что... Так, хотел сказать, что Макрей уже, наверное, не вылезет никуда, но... Тут же вспомнил, как он это делал в предыдущие разы, и в первой части не раз такое было. Поэтому не будем раньше времени говорить «гоп», так как мы еще не все сложности перепрыгнули. Вот. А дальше, если еще говорить о... вообще о серии «Колин Макрей», то, в принципе, на второй части она для меня и закончилась, потому что не было у меня ни третьей, ни четвертой, ни 2000, как там, Колин Макрей 2005, по-моему, называлась, ну, якобы пятая часть получается, да. У меня, они, я так понимаю, все выходили на PlayStation 2, и хоть она у меня и была, вторая Сонька, но она была недолго у меня, и... У меня совсем мало игр на ней было. По сути, было основных игр у меня там всего две. Это Metal Gear 3 и Gran Turismo 4. Больше я во вторую Соньку практически ни на чем не играл. Так что, хоть она у меня и была, я, можно сказать, она мимо меня прошла. Вторая Сонька. Вот, поэтому, когда вы что-то в комментариях мне пишете про игры на второй Соньке, для меня они зачастую все являются открытиями. То есть я мало чего знаю.
Поэтому, да, вот для меня это была вторая часть, и она же, собственно говоря, последняя Колина Макрея. Вот. Правда... А, нет, вру, Колин Макрей Дирт, он же тоже в названии еще было название... Да, в названии было имя Колина Макрея. В названии было название. По крайней мере, первая часть, она, по-моему, еще была именно с подзаголовком Колин Макрей. Если я не ошибаюсь. И со второй части уже, по-моему, выпили имя Макрея, ну, так как он, как вы знаете, погиб трагично в 2008 году. В сентябре где-то, по-моему. А вот год не помню, то ли 2007, то ли 2008. На вертолете он разбился. Вот. Так, ну вот, опять же... Проэкспериментируем с настройками. Немножко я поменял. Мне кажется, так должно быть лучше. Немножко силу тормозов увеличил, потому что достаточно часто приходится тормозить. Вот. Так вот, значит, на компе у меня была Колин Макрей Дирт. И в нее-то, да, я еще играл. Далее Дирт 2 и, по-моему, Дирт 3 еще был, да? Они прошли тоже мимо меня. Вот. И сейчас я вернулся, так скажем, в тему с Dirt Rally. Ну, так как они все-таки вернулись к изначальному реализму, и поэтому я решил, что ну, пора. Ну и плюс... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Кстати, в Дирте вот за такие вот вещи там штраф дают временной. Если улетел, и тебя как бы вернули на трассу быстренько, но все-таки дают штраф. Ну, типа те там зрители помогли вернуться на трассу, видимо, и вот потерял ты время. Да, кстати, новые настройки что-то как-то это... Не айс. Что-то сразу мы проигрывать стали. Так-то вроде ничего не изменилось, кроме настроек, поэтому... Все-таки из-за них, видимо. В Дирте, помню, вот в первом... Там... Чем он мне не понравился... Там, по-моему, не было уже полноценного вот такого, как здесь, чемпионата. Там много было режимов, насколько я помню. Там и ралли-кросс, где на багги там на разных можно было по кругу гонять. И пикс-пик был, ну, то есть заезд на холм, да? И гонки на грузовиках, что, конечно, очень круто. Там КамАЗы были наши, еще там что-то Татры там, да, какие-то. Вот. Ну, практически дакаровские. Вот. Ух ты, ну, чуть-чуть отыгрались, но все равно, что-то как-то настроечки, видимо, не айс. Поэтому вот мне Дирт первый не понравился. А второй, я в него, говорю, не играл, а он еще аркадней стал. Ну и третий там, по-моему, вообще мишура конкретная стала. И я его даже нигде не видел. Даже на Ютубе ни роликов не смотрел по нему, никаких, ничего. Вот, поэтому, я говорю, я вернулся в ралли, так скажем, в карьеру раллиста, вот, с выходом именно Dirt Rally, вот этого самого свежего. Вот. Ну и повторюсь, игруха, конечно, отличная просто. Так, о, приятный зеленый цвет и пиликанье такое, означающее, что мы впереди. Ай-яй-яй.
тоже толком не понимал никогда, что он вот говорит иногда, вот это сейчас вот было 100, он сказал. Я это, кстати, все благодаря Дирту теперь знаю. Ну, тут, может, за счет того, что качество звука еще не настолько было хорошее, как-то речь чуть-чуть сдавленная. А в Дирте сейчас, ну, в принципе, там те же все фразы используются, да, но только чуть больше, может быть, записаны. Вот. И там я понял, ну, разобрал именно речь и понял, что он говорит. То есть это он говорит цифры, когда называет. Вот сейчас вот он сказал 100. То есть это прямая. Прямик длиной 100 метров. А для меня это было вообще что-то просто неразборчивое какое-то. Да чё ж ты там такое, блин, глотаешь-то? Папки. Ничего не понимаю. Вот так что. Игра, вышедшая спустя, сколько там, 15 лет, она вот помогает разобраться в своем прародителе. Такая вот преемственность. Да, я вот сейчас еду и все, смотрю на эту антенку, ну это просто блестящий ход. Просто насколько атмосферно, вы посмотрите, ну реально, атмосфера бы очень сильно пострадала, не будь антенки вот этой развивающейся на крыше нашего болида. Супер просто. Молодцы Codemasters, вот умеют какую-то такую внести перчиночку. А, опять проиграли. Но благо немного, там что-то около 1.5 секунд, здесь еще 0.5 секунды. Фу, там что-то я даже не глянул, сколько нам осталось допов впереди, спецучастков в смысле. Опять fastest time. И гляньте, бака, вот чисто с бакой сражаемся, собственно говоря. Макрей, ага, так, на 4-м месте идет. Эх, Дугас, секунда, какая секунда, там 0.04. А, вот бы, поднажал бы Дугас. А, я что-то проспал момент. Все, супер специальный участок у нас остался. Здесь, видите, в Греции есть супер специальный участок опять. Так что, все как в первой части. Так, разбито у нас опять то же самое. Я хочу, у нас 14 минут всего осталось, вернуть немножечко назад управление наше. То сейчас ответственный момент. Ну, правда, я не думаю, что мы сейчас сольем тут все наше преимущество, но у нас благо достаточно велико. И, ну, уже, я думаю, можно сказать, я не думал, что Греция дастся мне, ну, легко, можно сказать. Ведь прав? Вот. Поэтому, ну, просто потому, что я без тренировок. Так, ну сейчас самая главная интрига. Это где у нас все-таки финиширует Макрей. Вы видели, там у него все на волоске с кем? С Дугасом. 0.04, то есть буквально один раз кто-то лишний моргнет, и все, и проиграл. То есть проиграет он нам с 4-го места, либо с 5-го. А вот в чем вопрос. Так, а мы, судя по всему, с баком гоняемся. Кстати, здесь две машины на трассе присутствуют, и заметно, что графика чуть хуже стала. Непрозрачные стекла, заметьте, у нашей импрезы. И пыль не летит, и разрешение чуть-чуть поменьше на
сама машина. Поразмазанные рисунки. Ну, понятно, что первая Сонька, мощностей все-таки так много. Так, ах ты, Макрей, все-таки обошел Дугаса, да? Все-таки четвертое место, и гляньте, у них вообще меньше секунды. А, ну, тоже нормально, все равно, то есть у нас с вами... Поздравляю, в первую очередь. Вторая победа уже. Отлично. Я помню, что дальше там жесть будет. Тут во второй части раллийные трассы отличаются от первой. Так, ну что же, на этом давайте закончим. Ух ты, смотрите-ка, заанлочено Mitsubishi Lancer Road Car. Прикольно. Ладно, с вами, в общем, как всегда, был Скудер. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на канал. Также, кстати, обратите внимание, что появился у меня Инстаграм. Можете на него подписаться. Все ссылки под этим видео. В Инстаграме, кстати, много видосиков и фоточек о том, как я был в Корее. Так что, если что, заходите. Ну, в общем, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока и удачи!